Окей, окей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру по названию Spider-Man 2 Video Game. Кто-то говорит? Кто это? Мне вот это бесит, самонаправляющая херь. Понять, вот это на самом деле сложная локация. Все, это у нас с вами уже 4 врага. 4 босса, и все, больше, по идее, не должно быть. Есть специальный радиус, при котором они атакуют, а при котором нет. Поэтому можно сдалека их атаковать, да и все. Кто это говорит? Где он? Отлично, вход в Оскорб теперь в порядке. Нет, не здесь. А кто это говорит тогда? Где-то здесь, недалеко. Поставьте меня на землю. Ой, блин. О, здорово. Не нравится? Короче, мне нужно на эти островки попадать. На все сияющие хери, чтобы их отключить. Ну, в принципе, давайте начнем с самого ближнего, я думаю. Который на этой на стороне. Эй, а вот и генератор. Ну, я говорю, генератор. Поспорить, что он помогает Мистерио в его волшебном шоу. Magic Show. Так. Есть одна прикольная вещь, которая мне нравилась в этом уровне. Сейчас покажу. Когда мы выключаем генератор... Я говорю, когда выключаем генератор... Когда я вывел из строя генератор, что-то изменилось. Может, если сломать все генераторы, я смогу выбраться из этого чудовищного мира? А почему ничего не происходит? Ой, происходит, происходит. Вот, обваливаются куски. И я, короче, раньше пытался, чтобы я стоял на самом последнем куске. Так, игра сохранена! Тихо. Мне показалось, там что-то есть? Нет, там ничего нету. Так, давайте тогда к следующему, я думаю... А какой у нас ближе будет? Тот самый далекий, поэтому что с этой стороны? А да, он даже ближе к нам будет. Только нужно, чтобы мы за все зацепились. Ну, чтобы мы за все зацепились. И сложности нам никаких не будет. Ух. Да вижу, я вижу. И это не так уж сложно. Заметен гуманоид, принимаю движение. Все готово. Теперь осталось только нам... вот островки эти, я так ненавижу. Потому что можно упасть. Возвращаемся. Они, главное, по мне не могут попасть вот сюда. Да я, походу, тоже не могу. У них радиус атаки, типа... Вот где вот эта херь, вот тут чуть-чуть, вот этот камешек. Вот это его радиус атаки. Так, готово. Так уж
Уже два. Осталось найти еще один. Он должен быть где-то тут. Он на другом стороне города. Сейчас мы за ним отправимся. Так, раз. Двадцать. Тридцать. Искать я пауков все равно больше не буду. Бандитов тоже. Время много занимает. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Тихо. Нужно разгончик взять. Ой, фух. Я почти грохнулся. Отсюда мне не достать, да? Да. Только с острова. Он просто сам в меня врезался и сдох. Я даже его не трогал. Оп. Так. Готово. Атакуй, атакуй. Зацепись. Так, отлично, поехали. Вниз. Улетел. Ну все, третий есть. О, кажется, паучье чутье возвращается ко мне. Так. Смогу ли я не сдохнуть? Смог. Смог, смог, смог. Так, камешки. Магические камешки. Ну, видите, я не даю... не даю насладиться этим уровнем, поэтому как-то так. Как говорят, на той стороне трава всегда зеленее. А будет там трава? Ну, вопрос на засыпку. А будет ли там трава? Что ж, ты преодолел первое испытание, но со вторым тебе не справиться. А, мы, походу, все выше и выше, да? Тогда были над землей, теперь выше земли, уже в атмосфере... Где падают метеориты? Зашибись. Зашибись. Что сказать? Только вопрос, куда мне идти? А, вон, вижу, нашел. Я точно челика слышу здесь. Ты в самом верху, что ли? Ой, блин! Держите, гада! Да, ну на самом верху. Тоже лучики. Там вообще город. Там, да, луч. А там, кажется, нету. Как мне туда попасть по-быстрому? Так, кажись, только эти острова, да? Там у нас тюрьма. Спидраним игру. Метеоры падают.
Но нам это не беда. Опять генератор. На этот раз усовершенствованные, с пушками. А куда стрелять? Все равно не понял. Так куда я падаю? А почем мне стрелять? Почем мне стрелять? Ну что мне стрелять? Метеоров можно еще? Вот оно что. Готово. Нужно вывести из строя все генераторы. Насколько их? Ну, один мы точно вынесли. Этот вас? Где еще он был? Чели где-то здесь говорил. Спустите меня на землю. Итак. Челик. Ой, нет, не там. Куда мне тогда идти? Блин, мне нужно ХП. Мне нужно срочно ХП. Здесь нету. Так, электрический хере. Подтянуться. Походу парниша где-то здесь. Неужели еще выше? А не. Эй, парень, ты где? Хватайте его! Так, готово. Так, по вот этим нижним, по сути, я могу это все сделать. Ай. ХП. ХП. ХПА, ХПА. Ясно. Сейчас восполню полностью ХП себе.
Отличненько. О, фух. Ставить. Чё так обратно назад жестко? А не, не назад. Мне наоборот туда, куда мне нужно, кинули. Да, эта локация посложнее будет. Метеоры? Босс довольно будет неприятный, если по памяти вспомнить. Если вспомнить, босс будет не из приятных. Дурил машину. Так будет быстрее на самом деле. Так, все готово. Убираемся отсюда. Убираемся, убираемся. Тихо. А, вот где тут была паутина. Нет, нет. Фух, успел. Главное успеть. Прорисовка очень маленькая. Радиус прорисовки. Кьюм, кьюм. Не обязательно. Фух. Ну, мы его так еще не встретили, мистерио. То значит, Человек-паук, я не понимаю, как тебе удалось продержаться Галактика. Так долго, но пора избавляться Солнце. От Галактика. Насекомых. Земля. Да, это последний же, да? О, Луна. Нифига себе. На этот раз я твой конец близок. Так, мистерию рост 5 фунтов, 11 дюймов, вес 175 фунтов. Настоящее имя Крентин Беккер. Род занять профессиональный преступник. Месторождение Риверсейд, Калифорния. Семейное положение холост. Образование бакалавр искусства киноиндустрии. Сила обычная. Так, сильные стороны. Мастер иллюзионист, мастер по спецэффектам, управлением роботами, гипнозер. У костюма есть отталкивающее поле, которое наносит урон всем, кто приблизится вплотную. Хорошо, нельзя к ним близко подходить. Слабые стороны, слишком полагаться на хрупкие машины. Окей. Это еще цветочки, ягодки потом. А можно попасть? Спасибо. Все, это, в принципе, у нас битва с боссом осталась. Больно? Прекрасно. Поехали? Нет? Здоровенная статуя Мистерио. Ну надо же. Упавшая, ты хотел сказать, статуя Мистерио. Так, я могу через низ, но это довольно опасно. И мне кажется, у меня там ничего не получится. Главное понимать, куда идти. Самое главное. Я не понимаю, как тебе удалось продержаться так долго, Человек-паук. Меня чуть не прижало. Но дальше ты не пройдешь. Видишь, я уже прошел. А на этом написано твое имя. Это еще цветочки, ягодки потом.
Можно не так жестко, спасибо. Думаешь, что победил человек? Да, пока что побеждаю. Ну что ж, подумай еще раз. Ну. Тебе не уйти отсюда живым, человек. И тебе тоже. Да блин. Больно. Прекрасно. Очень. Сюда падай. Сюда. Вот, вот, вот я тут, смотри. Ах, ты гомнюк. Решил удрать. Ну, почему? Почему не цепляется? А на этом написано твое имя. Нихера. Хорошо, что я туда сбежал. Это еще цветочки. Ягодки потом. Ягодки, цветочки. Фигня в том, что я не могу за них зацепиться с помощью... Вот так, не могу. Только на некоторые, видите? Голова мистерия. Готов. Мистерия, я уже рядышком. Тебе не уйти отсюда живым, человек. Дай мне один. Один дай, дай, дай мне один. Зараза. Ты чё херел? Ты чё херел? А на этом написано твое имя. Вы доебали, что на жопе написали, а? Я не понимаю, я должен попасть по нему или он просто убегает? Ягодки потом. Гомнюк, надоел. А на этом написано твое имя. О, тихо, 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 тихо. Гомнюк. Я ж тебя догоню. Ты что, сомневаешься во мне? А вот и еще один сюрприз для тебя. Это что за тень? Человек-паук. Это что за тень? Вчера себе громадина. Это мое оружие возмездия. Теперь, когда у тебя нет шансов, сдавайся. И, возможно, я пощажу тебя. Так, ломать какие-то устройства, потом его атаковать. Стой на месте, насекомое. Да не буду стоять на месте. Такой наивный. О, тихо. О-о-о! А как мне к тебе подниматься? Получи! Воу-воу-воу-воу! Все, 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 все. Все тихо, тихо, тихо. Все, я убежал, убежал. Рядом. Рядышком, рядышком. Так, луч. Кого? Манать, манать, манять, манать. А, видите, здесь у него слабое место, он здесь не достает.
Надоел. Еще такой жесткий. Это еще цветочки. Ягодки потом. Я могу попасть по нему? Больно. Прекрасно. Я не попадаю, да? Что-то похоже на это. Тихо. Луч смерти. Сраный луч смерти. Все, ну. Получи. Ну, давай заканчивай. Это еще цветочки, ягодки потом. У него ХП был на один толчок. Все. Будь ты проклят, Человек-паук. Похоже, я подвел вас, доктор Октавиус. Где Док Ок? Тебе уже не остановить его, Человек-паук. Он уже начал действовать, пока ты тратил время на меня, вместо того, чтобы догонять поезд. Замечательно. Насколько я понимаю, он на вокзале. Я еще могу успеть. Никогда. Нужно будет посмотреть мультсериал этот Человек-паук вообще. Ну вот и все, миссия завершена. Автовокзал. А вот и он. Автовокзал. Простите, посадки нет. Состав не исправен. Вы тоже. Каев. Я как бы еще не начал, да, играть. Я серию хотел закончить. Но вам, походу, мне нужно... Нихера вас! Вчера вы издеваетесь? Во что тут бесконечно? Пипец, их тут толпище. Готово, все. Ладно, давайте на этом, короче, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.